Всем привет, ребята! Сегодня мы сейчас мы будем решать мою комнату. Украшать. Потом... украшать комнату, потом же мамину украсить. Короче, как вы видите, фонарики мы уже все повесили. Даже вот смотрите, на карнизе есть. Угу. На карнизе, да, не знаю. Мы приготовили. Да, я вот нарисовала вот такой плакатик. Угу. Также у нас есть вот такая вот гирляндочка. Две вот таких синих снежинки, это на окно у нас. Вот да, такая вот тоже с можно. Новым годом. Еще две снежинки. Пять. Раз, два, три. Да, пять снежинок. И объемные снежинки. Объемные снежинки мы с вами повесим. Вон туда первый. И еще у меня есть кое-какая снежинка. Угу. Да, я не знаю, какая. Она очень красивая. А это что? Это, ребята... В общем, это такая штука, туда, ты можешь пожелание на Новый год. То есть я попрошу всех членов своей семьи написать бумажки, желание на Новый год. И вот так бросить сюда. Желание или пожелание? Желание. То есть что будет, что ты желаешь себе в Новом году. Прошу всех написать, потом кину это все сюда, и типа все в Новом году сбудется. Вот этот плакат, он будет висеть вот здесь. Ну все, давай делать, потом это, что смысла рассказывать? Ну да. Так, ребята, короче, сейчас. Где у нас? Она будет 3. Где еще? Так, ребята, короче, сейчас мама. На вот такие вот вырочки. А ну-ка, помахай еще раз. Сейчас будет нанизывать на веревочки наши объемные снежинки. И вешать их мне вон туда на люстру. Вон туда. Блин, упасть что ли? Прекрасно. Окей. Так говорят. Она так красиво висит. Круто. Снежинка номер 2. Was too certain for shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep. Всем готов. Красота. Самое главное сделано своими руками. Так. Все, включайся. Так. Сейчас я буду вешать плакатик Мэри Крисмас с нашим снеговичком. С нашим снеговичком. А ты ничего не заметила с вами Крисмас? Там все разные. Тут вот такая сыра, такие сыра. Давай, давай. Вешать им прям приблизительно вот здесь. Можно и повыше. Вот так. На. Куда ты пишешь? Куда пишешь? Сюда? Да.
все видно, видно. Нам Лейла принесла кушать. Кушать принесла Лилуша. Покажи, покажи, что ты принесла. Покажи, что. Я сейчас кушать. Стой. Вау, супер. Ребята, теперь мы с вами украшаем наш шкаф. Что непонятно, что вы изменили. Короче, значит, вот так. И еще у меня, я вот такой закончик взяла. Я хотела его на пока. Но он пока еще только понюхать. Вот так, давайте. Давай, прости.